понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда. Я убежден, поладить не сумеем, и сообща твою тоску рассеем. В школе номер 7 имени Пушкина прошел второй день показа заключительных спектаклей для учащихся. В репертуаре пьесы известных авторов «Фауст Гёте» и «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких. В постановках приняли участие ученики старших классов. Для многих из них это последний спектакль. За все время, что мы здесь, мы успели поставить 4 постановки, и последние 2 были в этом году. Пожалуй, это самые лучшие постановки, которые я делал, это точно. Естественно, будут КВНы, прочие постановки, сценки, театральные группы или кружки. И думаю, я буду участвовать. Но так, чтобы серьезно продолжать заниматься театром, нет. Думаю, нет. Театр работает со дня открытия школы. За это время менялись и художественные руководители, и литературная направленность. Но ученики всегда сами выбирали постановки и привносили свои идеи. Здесь ставят спектакли не только на русском, но и на остинском и на английском языках. Здесь я нашел множество друзей. В процессе репетиций очень много позитивной атмосферы царит. Последние несколько лет руководит театром Ирина Джанаева. Она не только постановщик, но и костюмер в одном лице. Она рассказала, что некоторые ее ученики, такие как Влад Золотов, решили стать актерами. Теперь Влад – студент театрального отделения в Москве. Он до сих пор навещает своих учителей и помогает им в постановках новых спектаклей. Сегодняшние выпускники говорят, что театр всегда будет сопутствовать им по жизни, а сценический опыт поможет им чувствовать себя в будущем более уверенно и раскованно. Наталья Алексеева, Осетия ТВ.